кто станет победителем единственного музыкального проекта без возрастных ограничений, узнаем совсем скоро, уже вечером. Суперфинал шоу «Фактор Бай 60+». В вокальной битве участвуют 4 исполнителя. Во втором сезоне шоу стало больше профессионалов с приставкой «Экс», но бывших артистов не бывает, и суперфиналисты это доказали. Сегодня вокалисты исполнят 2 композиции, одну из которых споют вместе с наставником. Остальные подробности, как и название песен, держатся в секрете. Песня замечательная. Просто я, когда ее услышала первый раз, до слез меня пробрала. Я показал уже голос, я показал другие какие-то качества. А здесь мне просто, здесь петь нечего. Как диапазончик небольшой. Артистизмом, да. Попробую показать вот это. Мне всегда моя супруга говорила: отпусти ситуацию и не дергайся. Ослабни и получи удовольствие. Вот я получаю удовольствие. И вот мы дошли до финала, до суперфинала. 4 человека. Я в восторге от всех 3 моих напарников, которые участвуют здесь. Каждому из них желаю успеха, удачи, победы. Не пропустите! Сегодня суперфинал шоу «Фактор Бай 60+» на Беларусь 1 в 20:45.